Продолжим проходить игру Sheepdog and Wolf. И на очереди у нас пятая серия и, если я не ошибаюсь, девятый, по-моему, уровень. Так, ну, долго мы не будем тупить и прямиком бежим к нему. Как я уже говорил, по-моему, нас ждет очень такой не лучший уровень, потому что нудный будет. Может, я ошибаюсь. Да, девятый уровень. Господи, да. Этот уровень. Воу! Так сразу, да? Воу! Этот уровень один из немногих, которых я не очень люблю. Так. Так. И так. Отлично, забираем. И здесь у нас появляется еще одна мина, как вы видите. Мина с отчетом, ты можешь подойти к ней близко, но когда счетчик 0 попахнет. С отчетом, да. То есть можете наблюдать. Так, проверка такая. Обычная мина. Мина с отчетом. Будем знать, так, 19 уже. Так, назад. Господи, нужны ли они нам вообще сейчас? Честно, я что-то не знаю. Так. Так. И так. Воу. Воу. Одна секунда. Тут у нас почта, и мы берем... Берем. Что мы берем? А, резинку. Так, тут у нас что? Камера. Блин. Это то ли зыбучие пески, то ли какая-то грязь, я точно не помню. Так, ладно, у нас тут, по-моему, не получится пройти сейчас. Потому что доска. Она сломается. Слишком тонкая. Не, мы попробуем. А, нет, у нас получилось. Как-то странно у нас получилось, на самом деле. Так, еще мы еще раз попробуем. Смотрите-ка. Ничего, что-то я не понимаю тогда. Ну, она же ломается, как мы прошли чуть ли не до середины. Последний раз, ладно. Будем надеяться, мы его активировали. Долго заморачиваться на этом я не буду. Так что погнали дальше. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, это дерево нам не поможет. Дальше. Так, а вон что за дерево? Ну, ее определенно надо... разминировать. Уже на минах, сами можете видеть, 4 комбинации. И мне кажется, дальше будет больше. Так, что тут надо? Блин, камера по... Нам
нам надо их взрывать-то, наверное, я думаю, не просто так. Еще разочек попробуем. Так, ладно. Так, вон почта. Что у нас на почте? Оу! Крокодил. Так, погоди-ка. Есть идея. Может, он так от нас отвалит? Блин, господи. Еще раз. Кусочек. Нет. Все равно на это. А, ну почта нам нужна. В любом случае. Блин, я ж это передернуло. Почему мы вызвали? Нет. Нет. Мин на него не действует, да что тогда? Да, успеваю как-то я дойти. Не особо получается. Давай. Блять, он быстрый. Отлично. Получилось. Теперь бежим к этому дереву. Забираем. Что мы взяли? Мы взяли пульт какой-то. Так, ну и для чего? Пока ставим. Ага, замечательно! Опять сезон охоты на уток! Хорошо, что на мне этот костюм Робин Гуда! Эти поганые охотники не найдут меня. Так. Воу! Нихера себе. Спиздил салата, блин. Конечно. Так, а еще кто есть? Есть кролик. Что теперь? Ничего. Ладно. Так, погоди-ка. Может, нам что-нибудь делать? Там еще одна почта, да ё-моё. А, ну нам нужно... Да, вот перепрыгнуть. И включить. Как включить-то? Никак не включить, мы туда не допрыгиваем.
думает. Угу. Так, отлично. Значит, мы сейчас роботом вызовем почту, да? Зайца. Ну вот, как всегда, куда ни плюнь, всюду этот заяц. Ладно, посол я, раз Бакс здесь, пойду чаю попью с баранками. Да, и кстати, объявляю сезон охоты на зайцев открытым. Вон говнюк. Ну вот он охотится. Шмальнул. Убил, да? Тихо. Я охочусь на зайцев. Написано утро. Так, а как им салат достать? А, может, ну и не надо достать? Да отстань ты от меня! Так. Давай-ка. Овцу, блядь. Давай. Сюда пока положим, давай. Все, он запулил. Ай! Блин. Тут дерева нету. Тупая овца. Дерево здесь. Зато есть. А вон и овца. Так. Погоди. Да погоди! Так, еще разочек сейчас, да? В принципе, понятно, как это провернуть. Давай. Блять. Господи. Ладно, еще раз. Он заклепал его так далеко, меня аж перетрясло все. А зачем же нам этот заячий костюм? Не просто так дали. Так, ладно. Где он здесь? Вот он здесь сейчас. Почему он отцу не схватил? Ё-моё. Хватайся, давай. Иди ко мне. О, ёпта! Давай! Отлично. Стопы. Так, ложим. Ой, все, погнали заканчивать.
Осталось 8 овец. Вроде. Ну еще в эту серию мы один уровень сейчас еще пройдем. А, даже 7 овец осталось. Так, ладно. На очереди 10 уровень. И вот этот уровень как раз таки... Когда я играл последний раз, ну, то бишь 8 лет, я его и не смог пройти. Я примерно знал, как его пройти, но... Фантастик! Так и не получалось, в общем. Сейчас будем пробовать. Ну и не факт то, что в этой серии мы его пройдем. А если будем долго проходить, то я, конечно же, обрежу его. Не смотрели. Ну, уровень такой насыщенный предстоит. Позаморочиться есть над чем. Да, то бишь, нам нельзя под пушку попадать. Как вы видели. Прочитали. То есть она автоматическая, и если мы попадем в ее ракурс, так тут стрелять нам надо. Если мы попадаем в ее ракурс, ой, промазал. Так, и вот эти пушечки нам придется, кстати говоря, двигать. Да ё-моё. Ладно, пока не будем этим заниматься. Воу. Да, то бишь, вот так вот все будет происходить. Как вы сейчас все и видели. Это что такое? А это нам туда ее надо толкать. Значит, пушка с той стороны получается. Давай, 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 давай. Воу! Бежим. Так, ну, сейчас должны. Ага. Так, отлично, и рой пчел мы. По-моему, мы должны их сейчас переграть. Ой, переграть. Перегнать в один улей. Тоже в ту сторону. Ой, блевать! Ёпта! Подожди, а почему? Что-то я не понял. Мы их перегнали, нет? Перегнали, да? Так, погоди-ка. Куда нам ее толкать? До конца, что ли? Что-то не пойму. Так, ладно. Ай-яй-яй, еще одна пушка. И что? Подожди. И как? Что-то я не пойму. А, вот еще одна у нас есть, смотрите-ка. Бля. Ладно.
А, ну, да. Надо прятаться же за ними. Тихо. Давай. А, побежите, блядь. Она сейчас не будет переставлена. А, нет, переставлена. Так, а как нам тогда? А, ну, я в принципе понял. Значит, эту. Ну да, просто прямо стрельнуть. Теперь вопрос другой, как... Как тут ули первый посередине согнать на тот? Сейчас мы это глянем. Может сначала... Блин, не помню я. Отодвинуть ее и просто выстрелить по прямой. Потом обратно ее сюда передвинуть. По-моему, попадаем. Сейчас глянем. Да, попадаем. Отлично. Теперь что нам нужно? У нас есть мед, и насколько я помню. Теперь нам нужно думать, как нам выстрелить туда. А, чего ты думаешь? Просто передвинуть пушечку вот эту. Блин, ничего себе, она быстро как-то. Передвинуть пушку на кнопку. И все. Всего лишь навсего. Обратно эту пушку двигать. Ай-яй, не успел я. Сейчас успеем. Теперь нужно эту пушку туда и обратно передвинуть. Блин, пипец. Геморройно. Прячемся. Ну это даже ничего страшного, это даже лучше, потому что мы сейчас возле этой пушечки окажемся, да. Стреляем. И... Да. Да. Они побежали на Сэма. Так, мы спокойно тырим.
Фух, как это повезло мне. Давай тырим овцу, пока сама бьют пчелы. Мы уносим ее спокойно в замок. Давай-давай, прыгай на кнопку. Отлично. И сейчас начинается самое интересное и самое геморройное вообще. Как бы... Вот. Туда перепрыгнуть мы не можем. Что нужно делать? Появляется вот это чудило и... Я не знаю, что делать дальше, потому что... И очень боится света. Света у нас нету никакого. Ты должен победить босса в решении гонки на другом столбе. Ну, я понял, то, что он боится света. То есть нам его как-то нужно... будет просветить, и я не знаю, что делать с ним. Вот. У меня один... Да, вот так вот примерно. И пошло время у нас. Здесь нужно пропрыгать, я, блин, застрял. Господи, да ладно. Да. Ну нет. Так, сейчас. Продолжить заново, начать заново, точнее. Так, ну. Ну, игра зависла. Так, и сразу же после того, как запись я прервал, он скинул овцу. И вон он стоит уже, блин, ждет. Вот, и вот по такому принципу его, в принципе, не один раз получилось только на кнопку встать, пропрыгать, и там загорается свет. И все. Сейчас меня пнет, если мне получится это сделать. Воу. То есть его вот так вот надо гонять и ставить потом овцу на кнопку. Все, он упал, да? Давай, 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 быстрее, блин. 30 секунд у нас есть. Господи, в какую сторону? Вот, получилось. Может, оно и получится. Отлично, тут свет загорелся. Дальше-то. Нам пока сюда положим. Он боится света. Нам... Воу! Нет. Ух ты. Давай, 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 давай. Ай, вот с каждым разом у нас все меньше и меньше времени. 15 секунд осталось. Два раза. Надо три или четыре, сколько? Три, наверное. Да, три, скорее всего. Так, 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 погоди. Сейчас останется у нас очень мало времени. Это пипец, надо овцу как-то сюда вот ложить. Ёпта. Бежим! Бежим! Ух! Тут у нас пространство меньше, то есть, чтобы бегать. Ну давай уже. Ой, что я сделал? Что назад? Я упал просто. Блядь. По своей же глупости.
А, господи, это все. Так, погоди, наверное, все подальше. Ладно. То есть тут у нас сколько пространства и сколько остается? Ну, давай уже сколько. Да ты, блин. А, он не это еще, блин. Я ждал, он повалился. Убегаем, блядь! Нет. Ладно. Да, блин. Пипец. На мост он не идет. Это наш плюс. Да ёб, танец. Заколебал. Говнюк. Это он нам мстит за того быка, которого, точнее, мы натравили на него. Ладно. Да, блин, да ты задрала уже, честно. Честно, мне повезло, повезло маленько. Не, да ладно, ты вообще издеваешься. Господи. Страшно предположить, что будет последняя овца. Так, ну здесь можно еще и не спешить, как бы нам особо. Так, один есть. Ну вот, по такому принципу, как бы, будем сейчас стараться. Она сейчас равно побежит. Нет, стой, так, давай сюда. Так. Сюда. Не унесет ее? Нет. Да, блин, что такое? Господи, да успокойся уже, а. О, господи, блин. Он опять встал.
почему он отходит, говнюк? Даже первый раз лучше получилось. Давай. Упал. Отлично. Давай. Не, ну вот как там бегать, я, блин. Так. Вот сюда, да? Да. Тихо. Давай. Да заколебал, у меня уже пальцы болят. Падай. Да пипец. Не, ну в натуре палец устал уже. Да ты охренел. На, ха-ха-ха, ну да, блять, конечно. Господи. Ну и после часа моих, блин, страшных, просто, я не знаю, мучений, я наконец-то его, блядь, победил, и он стал для меня, можно сказать, таким мостиком, что ли. Ну, не меньше часа точно я снимался, криков, оров, и мата было очень много, это просто... И вот уровень детства пройден, который я в детстве не мог пройти, и сейчас... Нас ожидает самое интересное. То, что следующие уровни я никак не видел и не знаю вообще, как их проходить и что они из себя представляют вообще. Но это уже будет в следующей серии. А на этом я пятую серию заканчиваю. Осталось всего лишь 6 овечек. То бишь 6 уровней. Ну и будут, конечно, дополнительные уровни там какие-то за бонусы. Отлично! Не забудь собрать все секундомеры! Вот, ну и на этом все. С вами был Женек. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Всего доброго, до встречи!